В Люберцах стартовал второй этап голосования за название нового микрорайона. Напомню, ранее жилой комплекс Люберцы на северо-востоке округа предложили переименовать путем общественного опроса. Начиная с 27 февраля люберчане отправляли свои варианты названий на электронную почту. Самые популярные из них вышли во второй этап. Теперь за имя микрорайона на северо-востоке Люберец можно проголосовать на сайте www.люберцы.рф. Выбрать нужно одно из пяти названий – Зенина, Заозерный, Северный, Приозерный и Весенний. Итоги конкурса станут известны через две недели. Анна Троян, Дмитрий Розянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.